И снова добрый день, дорогие мои. С вами Замкадия и снова Алкобард. И сегодня мы будем что-то есть, что-то пить, и об этом обязательно поговорим. И тут такое дело. У меня сегодня имеется перчик, честно купленный в магазине. Второй вид перчика, честно купленный в магазине. Салатик, содранный с грядки. Лук, не знаю откуда взял. И лук и чеснок вот такие. То есть чеснок побегами, простите, других здесь не растет пока. И лучок зеленый. Совершенно случайно к этому всему я обнаружил фасольку, ребята. Это красная фасоль в томатном соусе. А это означает, что будет лобио. Да, лобио в переводе с грузинского, кстати, именно и означает фасоль. И, соответственно, вариантов приготовления всей закуски десятки, сотни, тысячи, десятки тысяч. Ну, если честно, как домашний самогон, понимаете, из чего набодяжили, то и перегнали. Соответственно, здесь тоже нет строгих стандартов. И сейчас мы, пока фасольку убираем, вот эту зелень тоже, а настругиваем перчик, лучок и такой перчик. Если бы я был настоящим фудблогером, я бы, естественно, показывал это вам все крупным планом, как я это тут настругиваю с комментариями, но я этого делать не буду. Я просто настругаю все это за кадром. Стараешься? Да. Очень. Ну, постараешься просто... еще вот так красиво стоим, чтобы осанка красивая. Я надеюсь, ты выключил? Нет, конечно. А если честно? Серьезно? Я Правда? Абсолютно. Ну ладно, может тогда пару кадров из этого и войдет, раз пошла такая пьянка, я ж последний огурец. Кстати, сейчас а так... пойдет, потому что 45 градусов спина. Надо спину ровно. Я так и не выпил, кстати. А мог бы, но не стал. Ладно. Раз такая фигня, будем пытаться нарезать красиво. Кстати, по идее, перец надо было нарезать кубиками. Но мы нарежем как получится. А получится у нас так, чтобы все пальцы не отрезать. Соответственно, как напилится, так и напилится. Женщина, когда у нас перцы там вырастут? Ну, уже же растут. Уже же растут. Когда они вырастут? Иди их спроси, я выключу. Можно прямо сейчас идти или можно позже? Ну, хочешь, пойди поговори. Я с ними сегодня общалась. Что они тебе ответили? Они сказали, что они еще растут. Я еще маленький, не ешь меня? Угу. Я всегда так говорю. Кстати, если перцы тебе что-то отвечают, поверь, что-то здесь не то. Нет, там точно пишется или нет? Просто если я сейчас красиво палец отрежу на камеру, это же будет волшебный хай. Ну, тут ты же далеко ушел, надо было на этом столе оставлять все. А, так виднее бы было? Конечно, я же камеру не видела. Ты там ухо жужжит, сучка. Пернатая. Ну, что пернатая? Крылатая. Перьев-то там нет ни хрена. Давай проверим. Лови. Чук. Красиво жужжит. Слушай, а лучок ядрёный попался, я тебе могу сказать. Ну, тут просто же надо острое будет. Острое оно будет вот от того перца. Тут этих осталось дофига, семечек. Ты перец не хочешь посадить? У нас растут штук 10 из такого перца. Вот так ещё посадим. Позавязываем. Ну, сейчас уже не сезон, когда выливаем эти перцы. Замкади. Дубак. Это тебе не в Запорожье уезжать. Ну, поехали. Куда? В Запорожье. Отсюда в Запорожье? Нет, спасибо. Как говорится, большое спасибо за предложение, но я как-нибудь и здесь перекантую. Две машины без техосмотра, можно ехать. А здесь пофиг этот техосмотр. Как говорится, на белорусский техосмотр здесь всем насрать. Угу. Почему-то кроме хозяев машины, ну ладно. А в Украине техосмотр есть? Нету. Это же главное через границу переползать. Да. Так,
ты что, дри твою мать. Кто купил этот перец? Кто это сделал? А что это за слова? Халапеньо. Нет таких слов. Он еще каких-то дурных денег стоит. Потому что, как говорят, надо знать места, где покупать. Но я не знаю. Загадил все, слушай, что мог. Загадил. Сколько волшебных слов. Причем Зе не забухал, а загадил. Сначала загадил. Сначала загадил, да, потом забухал. Не надо в мойку. Так. Не надо в мойку. Ладно. Там честно пишется? Честно. Крышки нету, пожалуйста. Все хорошо. Так, ладно. Вопрос номер два. Где подсолнечное масло? Вот тут мигает красное все время. Ой, надо же посмотреть, что там мигает. Да пусть мигает, что он тебе мешает, что? Потому что батареи скоро сядут нафиг. И мы, как всегда, даже толком выпить не успеем. Это другой вопрос. Так, ладно. Раз пошла такая пьянка. Включаем плиту. Я хоть ту включу. И масло. Где мы его взяли вообще? Золотая семечка. Масло туда. Без фанатизма. Поливаем и все. И всю эту нашу хрень пытаемся сыпать, попадаем, естественно, мимо. Но мы же алкоблогеры, правильно? Мы же не должны попадать всегда куда нужно. И теперь найти бы, чем это все мешать. Угу. Волшебная деревяшка. Короче, эту хрень мы... То есть здесь у нас перец, второй перец и лучок. Эту хрень мы маленечко поджариваем. Так, чтобы оно все размякло и стало прекрасно. А перец мог бы помельче порезать, но, извините, времени не было бухнуть такого. Бухнуть ж забыли-то. Что не напомнило вообще? Бухнуть ж забыли-то. У нас есть остатки пяти озер, того самого подмосковного розлива, но, извините, здесь другое не достать. Поэтому, пока греется плита, капельку сюда для аппетиту. И остальное, наверное, в себя. Потому что по-другому правильной еды у нас не приготовится. Давайте, ребят. Альфа, альфа. Надо это нарезать еще. Пока оно там жарится. Тяжелая работа алкоблогера именно в этом и заключается. Что надо, помимо того, что что-то болтать, еще и бухать. Салат не ешь. Почему? Потому что салат отдельно, просто в сервировку. Салат, это все потом в сервировку. Не учи меня, женщина, готовить известные только мне одному варианты блюд. Ножом не режут, салат рвут руками. Салат рвут руками, но я имею право. Я уже бухнул. Значит, мне можно. Когда человек бухнул, ему можно практически все, если это не затрагивает личную свободу остальных. Это как-то затрагивает твою личную свободу? Да, нет, не знаю. Варианты ответа? Разбежалась. Знаешь, как там озори здесь тихие, а ножи здесь острые. И это хорошо. Всю эту хрень мы потом кинем туда. А знаешь, что у нас нету? А я тебе расскажу. У нас нету открывашки. И это сюрприз. И это сюрприз. Тебе открыть ножом? Этим ножом я и сам смогу. Открывашка где-то же есть. По-моему, там в комнате валяется. Я пока посмотрю, почему оно даже не греется. Ни хрена. А, нет. Пошло тепло, пошло. Потому что, господа, иметь в замкаде электроплиту, это печаль. Это печаль, это боль, это страдание. И не дорезать перст, это тоже страдание. Но я же еще начинающий, так что мне можно. Опачки! Где ты это взяла вообще? Хорошо, где ты это взяла? Ладно, как этим открывать? Это пила. Даже это пила. Даже это... У нас есть все. У нас есть штопор. Давай-ка я, наверное, ножом открою. Это, конечно, классная штука. Но открывать мы это будем ножом. Так, как выяснилось, надежнее и приятнее.
и там зашкварчало. Походу жизнь удалась. Достаточно. А стол мы потом отмоем. А может и прямо сейчас. Я же добрый фильм. Зашкварчало. Раз зашкварчало. Что это за капля? То здесь у нас все хорошо. Монстр привидения. Кто это был? Ну ладно, раз, короче, ты виновата, ты ищешь еще хмели-сунели, которую я где-то специально недавно, как вчера, нашел в магазине. А все, а капец, а нету. А бардак вообще. Вот так и происходит записи в замкаде. Ну раз уж такая запись, скажи, ты батарейка там еще живая вообще? Красненькая? Да ладно. Ну, тогда извините, нарезочка. Вот. И там новые батарейки. Короче, сколько мы сыпем вот этого? Это хмели-сунели обычно. Это вопрос сложный. Некоторые рецепты говорят, что на 800 грамм фасоли, ну здесь 400, нужно 3 чайных ложки. Я, честно говоря, немножко охреневаю от такого количества, поэтому я сыплю как человек, у которого жена провизор, то есть на глаз. И сыпем мы примерно вот так. Это же мы тоже перемешиваем. Пошла вкусняшка. Пошла вкусняшка. И туда же плюхаем нашу фасоль. Грубо говоря, всю. Давайте уже последнюю выкидывайтесь. Тут прикол в чем? Дальше нам ничего жарить не надо. Дальше нам надо это просто подогреть. Все. Да, перец я, конечно, нарезал с душой. С душой. Как говорится, Дениска молодец. Все. Все это наше удовольствие. Вот так вот держится примерно 3 минутки. И для вас это будет опять же нарезка, господа. Господа, вот оно наше, так скажем, варево. Туда делаем вот так, просто сверху. Больше ничего не надо. Насчет соли. Многие скажут, во-первых, почему не было соли? Потому что солим каждый по вкусу. Это раз. Во-вторых, знатоки и прочие гурманы, конечно же, заявят... А где кинза? Где орегано? Где кориандр? Что выросло, то выросло. У меня свой рецепт. И под это надо, конечно же, что-то выпить. А вот тут уже вопрос другой. Если это блюдо хоть как-то можно отнести к грузинским, то вы, наверное, ждали грузинского коньяка, грузинского вина. Хрен вам, это будет армянское. Это будет тутовый арцах и дживан. Ну, кстати, насчет арцах это сложно. То есть арцах это, грубо говоря, Нагорный Карабах. И очень многие, например, азербайджанцы не любят это название, потому что вечно идут разборки со всей регион. Ну да ладно. Сами армяне почему-то всегда называют вот эти вот плодовые водки арцахом. Это тутовый. Тут это шелковица. Банальнейшая. Если бы мы, кстати, с тобой сейчас были в Запорожье, шелковицы у нас бы было... У нас бы уже не было. Грубо говоря, жопа ешь. А здесь ее почему-то нет. Ну да ладно. 50 градусов. Ребята. Тутовый самогон. И это офигенно. И теперь ищем, где он открывается. Открывается он вот здесь. Слушай, я люблю бутылки из дьютика. Хотя бы потому, что на них нет белорусского акциза. Который вечно все нам перекрывает. Рюмочка идет сюда. Красота. Ух ты, блин. Да это не только красота. Оно еще и пахнет. Не то что... Вот здесь реально волшебный пук, ребята. Вот это волшебный пук. Запах офигеннейший просто. Полтинник крепости. Не спится пняня, как писал великий Пушкин. Ну да ладно, мы не сопьемся. По крайней мере у нас работа такая. Вот именно тутовый. Я все равно буду называть это арцахом. Можете на меня ругаться, можете нет. Я просто привыкший именно к такому наименованию. Вот именно тутовый арца, он наиболее, как эта фраза, более лучше, да? Наиболее лучше пахнет из всех вот этих вот плодовых водок. Я пил грушевые, я пил абрикосовые. Да разные, в общем-то, варианты, но именно тутовый, шелковица, он самый мягкий по запаху. Ну что, ребят, поехали.
за приготовленную нами еду и за вас, конечно же. Полтинник чувствуется. Вот сейчас приходит Женя. Но, ребят, я могу после этого полтинника спокойно разговаривать. Без желания сходу закусить. Ну, разве что некоторое слюноотделение пошло. Но это уже другой вопрос. Поэтому, вы знаете, наверное, неминуемо сразу нальем вторую. А уже потом я как-то тут вот устаканюсь и будем продолжать. Не, мне это нравится. Жена смотрит оттуда такими интересными глазами на тему, ты мне дашь вообще попробовать? Или сам будешь эту хрень пить? Сам буду эту хрень пить, ребят. Сам буду эту хрень пить, никому ничего не дам. Кстати, пузыриться. Откровенно пузыриться. Почему, непонятно. Вы знаете, есть такая вещь, как различать водку и, например, разбавленную водку. Вот там как раз очень легко различается по пузырям. Здесь пузыри просто стоят. В чем прикол, непонятно. Но мне это нравится. Поэтому вторую, за то, чтобы и еда моя мне тоже понравилась. Давайте. Небольшая пауза, как сказать, уборка, потому что, вы понимаете, что такое сниматься с женой вообще? Да, блин. Поправить полотенчика. Вы представляете, что такое сниматься с женой? Вот это поправить полотенчика. Вот это вот убери сейчас все здесь, чтобы потом было красиво. С одной стороны, это мучение, а с другой, когда у вас такая прекрасная жена, то все хорошо. Короче, вот она еда. Вот жена немножечко себе уже, конечно, откапала. Так получилось. Короче, общая идея в чем? Сейчас наконец-то будем пробовать, что мы сотворили. А что мы сотворили, это пока странно. Конечно, вот зря я это под третью рюмку, потому что третья у меня всегда вот эти за трезвость, за дурачков месяца, за всю вот эту вот фигню. Ребят, я такое не хочу пить за трезвость и за дурачков месяца. Такое я пью за тех, кто это сделал, потому что это охрененнейшая штука. Да, это дистиллят. Вы все знаете, что дистилляты я не очень люблю, но всегда, по-моему, говорил, и на стримах тоже, что когда меня спрашивают про армянский коньяк, я говорю, не, ребят, армянский коньяк это коньяк. У армян надо пить вот эти вот самые арцахи, вот эти плодовые водки. И это мне очень часто помогало в общении с армянами. Потому что, когда я вспоминал вот про это, я сразу считался друг, брат и хрен знает кто еще. Это реально классно. Это реально классно. И тут, понимаете ли, в чем дело? Почему я так долго болтаю и боюсь? Сейчас на этой вынужденной паузе жена сказала, можно я открою окно, дверь, все вот это вот, потому что капсаицин. От перца, от того, как он назывался, халапеньо, да? От этого халапеньо у жены аж слезы из глаз потекли. Мне сейчас тоже им пахнет. Я понимаю, что я его кинул много. Но, как говорится, перчика добавить никогда не поздно, ребята. Поэтому сейчас что-то да будет. Поехали и будем пробовать. Ну... Ощущения-то приходят. Помните, как там Евдокимов, да? Иду после бани, морда красная. У меня сейчас будет красная морда. Мяском закусить. Каким мяском закусить, точно. Я объясняю, о чем речь. У меня на случай, если ничего не получится, был шашлык из вчера. Я даже вилку искать не буду. Я так мяском закушу. Ощущение сейчас, понимаете, лет 14-15, как будто вы, молодая мадам, отличница будущая, всю ночь с кем-то целовались. Понимаете, у меня губы сейчас горят конкретнейше. Вообще, я не знаю, что сейчас делать, я думаю, это единственный выход, которым, кстати, волшебный пук-то уже, все, которым я могу себя как-то спасти. Больше вариантов я откровенно не вижу. Скорее всего, мне сейчас станет еще хуже, в смысле припекания, но лучше в смысле настроения, за что мы, ребята, и выпьем. А можно вопрос? Да. Откуда ты знаешь,
знаешь, как чувствует себя отличница 15-летняя после ночи целовалась? Мне рассказывали. Слушай, мы это будем или перезаписывать, но это придется еще искать артав. Или я сейчас что-нибудь скажу. Молочка у нас нет. Случайно. Даже сыра нет. Сейчас придется запикивать. Сила. Какого ху... В этом доме нету ни хрена, понимаете? Я бы даже сказал, нету. Потому что вот сейчас надо еще как-то продыхнуть. А продыхнуть ни хрена не получается. За что мне эти мучения? Я бы даже сказал, что это скорее всего пи***ц. Но, наверное, заменю это словами. Какой неприятный казус произошел. Надо выпить. Надо срочно, неистово выпить. Ира, поехали домой. Тут езды-то не так долго, по большому счету. Остыть, конечно, остынет за это время. Но испортить не испортится. Господа, перец. Сейчас, дубль два. Господи. Господа. Перец, который халапеньо, если вы дуру его увидите в магазинах, это прекрасно. Берите его, не пожалеете. Вам откровенно будет хорошо. За лишний перчик в нашей жизни, господа. Иди ко мне, фасолечка, иди ко мне, родненька. Ой. Фух. И надо же выпить ту, которую за вас. Та самая, которая за ваши лайки, комментарии, за ваши подписки, я не знаю, что там еще. А я... Ира, ты меня любишь? Местами. Места не будем обозначать. Я там вижу стакан хороший. Дай мне, пожалуйста, хороший стакан. Ты такая молодец. А я тебе за это куплю цепочечку или колечечко. Что, что захочешь? И шубу. Нет, шубу это потом, к зиме. И шубу. Стакан дай. Да, вот этот давай. Да. Я его тут заприметил еще давно. Тут волшебный стакан. Что там, наркомовская норма написана, ребят. Стакану быть. Я не знаю, чего этот стакан. Стекло. Да ладно. Стекло. Наркомовская норма. Полстакана хреначим. И все. И все. И не надо. И не надо на меня так смотреть. Ребята, вот сейчас, чтобы жена не... связала меня, не закрыла в темном подвале навсегда. Быстренько поставили лайк, там подписались, колокольчик, потому что, ну, написали комментарии, естественно, хороший, потому что плохие, как вы понимаете, это вообще не комментарии. Ибо жена сейчас смотрит на меня очень плохими глазами. Блин, она веник взяла. Все капец. А нет, это не в меня. А в кого? Ладно. Господа, за вас, за ваши лайки, за ваши комментарии, за ваши подписки. За то, что вы ждете следующих видео, выходящих с пугающей периодичностью. За вот это. Однозначно. Да, я не люблю дистилляты. Откуда здесь капелька? Вкусная капелька. Я не люблю дистилляты. Дистилляты. Карл Клару склонял кораллу. Корабли лавировали, да не вылавировали. Шла Саша по шоссе и сосала. Купи кипу пик. Все, отлично, работает. Это мы вырежем. А может и не будем. Вообще, судя по сегодняшней видяшке, мы ничего не будем вырезать. Короче, за вот этот вот тутовый идживан. Но для меня он все равно остается арца. Крепость полтинник. Свертельный номер. Исполняется впервые. Да, женщина? Последняя.
И в последний раз, как она говорит, чтобы этот номер не исполнялся в последний раз, пожалуйста, лайк и комментарий. Ира, люби мужа. Все. Вот. Если будет, сколько там за неделю 1000 лайков и 100 комментариев, Ира, возлюби мужа, Ира покажется на каком-нибудь из видео. Ну, хотя бы мельком. Все, ребят, за вас, за Замкаде, за то, что здесь можно достать много интереснейших напитков. И за то, чтобы все у нас у всех было хорошо. Поехали. И вот сейчас мне абсолютно плевать, есть тут перец или нет. Но я это буду есть. Извините, я не люблю жрать на камеру, но сейчас буду.